Мебель, современная техника, тапочки и зубные щетки. Так выглядит квартира, которую администрация Химок предоставляет детям-сиротам. Сегодня ключи от нового дома получил Сергей Лебедев. Глава городского округа Дмитрий Волошин лично приехал поздравить новосела. Это подарок тебе от нас, от администрации Химок. Спасибо. Чтобы все у тебя желания сбылись. Все задуманное получилось. Спасибо. От всей души, от всего сердца я тебя поздравляю. Спасибо. Здесь все, что необходимо для жизни. Сергей Лебедев сегодня впервые увидел квартиру после ремонта. Ощущения незабываемые, потому что я не рассчитывал на такую обставленную прям полностью. Я думал, там только будут санузлы и все. Остальное все будет пустое. Квартиры расположены в новом жилом комплексе в микрорайоне Сходня. Как только ребенку исполняется 18 лет, он становится совершеннолетним, мы ему выдаем эту квартиру. В частности, мы стараемся подписывать документы в день его рождения. То есть администрация готовит заранее весь пакет документов для того, чтобы сразу его обеспечить, а не откладывать, не ждать, не произошло, чтобы никаких технических сбоев, и все дети были обеспечены именно в год, когда им исполняется 18 лет. Это для нас принципиальная позиция. Программу реализуют в области уже 3 года. В этом году в Химках новое жилье получили 19 детей-сирот. Алена Беляева, Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.